1 июля на счета магданцев начнет поступать вторая выплата на детей до 16 лет. Для этого не нужно подавать никаких заявлений. Средства перечислят на основе ранее поданных данных. 10 тысяч переведут семьям, которые уже получили в июне ежемесячные выплаты на малышей до 3 лет или единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16. Родители и опекуны, которые пока не обращались за помощью, получат средства после подачи заявления о выплате на детей. Принимает их до 30 сентября включительно. Дополнительная единовременная выплата будет назначена на каждого ребенка на основании заявлений. Если изменились реквизиты или закрыт счет в банке, нужно обратиться в пенсионный фонд для корректировки этой информации.